Всем привет, друзья! Меня зовут Дмитрий, и сегодня мы вместе с вами на просторах игры World of Warcraft посещаем поле боя. Так, ну что же я могу сказать вам, кроме того, что наконец-то я вновь решил пойти с вагами на БГ. Да, это было тяжелое решение, но что ж поделать. На повестке дня у нас сегодня два пика, кстати. Смотрим по составу, что у врага. У них один хил, и прилично, так скажу вам. Угу. Знаете, а у нас шансов, в принципе, больше. При таком составе я бы дал нам, так сказать, фору. Просто потому, что монахи лучше хилят и лучше носят флаги. То есть, ну, мы можем, в принципе, практически все сниматься, если вдруг что. Пара ДД с тобой. Да там... Так, это у нас прист, это получается хил. Ага. Отдыхаем. Стыд. Вы смотрите, ДК похоже... Да в с чем это ДК пришел 800 хп? Нет, я без комментариев, ребят. Даже комментировать там ничего не буду. Они задефают, конечно. До свидания. Так, я должен попытаться убежать, ребята. Должен. Ну хоть как-то. Давай. Беги, родной. Ты сможешь. Я в тебя верю. Угу. Если меня еще прикроют, я вообще буду счастлив. Да иди ты в баню, монах. Давай, хиль. Так, отстаньте, противные. Ребят, я не знаю, что мне делать. Отдаться им сразу или еще побегать? Опа-на. Да отцепись от меня, противное создание. Мне бы до хилки добежать, я бы был счастлив. Давай. Беги, Рок. Ты сможешь, мужик. О боже. Я просто в шоке. Меня бы кто прикрыл? Thank you.
хочу жить, ребята, но похильте меня кто-нибудь. Ох, грёбаные воробушки. Так, о, блин. Отстань, отстань, противный. Я пытался, ребята. Видит Бог, я пытался. Что я там говорил про то, что я дал бы нам больше шансов на победу? Забудьте. Чем он меня притянул-то? Я даже не буду отбирать, ребят. Просто это слив. Я еще и кого-то убил? Когда я успел? Ну серьезно, когда я мог успеть кого-то здесь прибить? И скажи мне, как ты меня увидел? Самое опасное сейчас он. Ну у него лагает игра, ну пожалуйста. Я тебя грохнуть хочу. Чуть-чуть не смог. Так, с хилом и толпой. Нашего, похоже, бьют не хило. И хило никто не бьет, ладно. Давайте, парни, я вам буду хило держать. Вы только... Простите, парни, но... Флаг бери. Ну, бери флаг. Там уже бежит. Чисто декат держит флаг. Вы издеваетесь, что ли, совсем? Всей толпой не забить его? Давайте сначала снимем тогда. Ну где удар?
Так, мне надо тупо сесть поесть. Иначе я умру. Тряпки, бейтесь, давайте. Я даже вернусь. Давай, 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 давай. Я в шоке. Хотя, если судить по урону, не он бессмертный, а просто у нас урона не хватает. Стыдоба, конечно. Вы сами видите мой комплект одежды. Я пытался делать все, что мог. Нам просто нужны хорошие ДД. Да поставь уже факт. Вот это статистика. Говорит сама за себя. В принципе, ребята, если бы все были хотя бы одеты по моему уровню, либо имели хорошие руки, вы видели, сколько я бегал и сколько они там бились. И при этом всем я все равно остался из наших на втором месте. Ну, вы понимаете, да, дальше? Все просто сводится тому, что у наших не хватает ДД. Я один его не просажу. Это как пить дать. Надо хотя бы хило подержать. Бейте, бейте его, я вам держу. Парни знают, в кого играть. Сами видите. Я вырвался вперед под это. Не напрягаясь даже. Серьезно, ну ничего такого я не прожимал. Сверх прям. Осталось только вырываться на ровном месте. Слов. Все слишком мягкие. Блин. Такой состав, если бы ребята были посильнее, знаете. Тем более был монах хил. Он реально лучше хилит. И таскают они флаги намного быстрее и лучше других. Ребят. Ребят, не тяните. Ну, в такой ситуации, ребят, ну кому хочется, чтобы его фармили? Согласитесь. У нас выбор, либо чтобы нас фармили, либо... Шама, у тебя никаких шансов.
тебя против меня-то их не было. Так, лучше Вара играть. Так, не убил я Вара, его похилил Прист. Все обуславливается чисто ДД парней и шмотом, который тесно связан с ДД. Ну, реально, им что делать нефиг. Ей-богу, я бы на их месте уже давным-давно сдал это поле боя, просто потому что я туда даже не иду, я один ничего не сделаю. Я тебе помогу, чем могу. Что-то. Ребята, БГ бывают и такими, чтоб вы не думали, что все время победы и все время все хорошо. Нет, все бывает и сурово. В любом случае, благодарю вас всех за просмотр. До скорых встреч. Всем пока.